Когда владельцу бизнеса, или топ-менеджеру, или кадровому специалисту нужно проверить персонал по какой-либо срочной причине, способы такой проверки могут быть самые разные. Можно провести ряд прямых собеседований и интервью под видеозапись. Можно устроить внутреннее расследование службы безопасности. Можно в конце концов заказать проверку на детекторе лжи. Но есть способ, который по эффективности и по скрытности превосходит все эти способы вместе взятые. Это удаленное тестирование по интернету под названием спринт-тест. Сотрудник может просто ответить на ряд вопросов удаленно, хоть у себя на кухне дома, хоть в кафе с Wi-Fi, хоть во время обеденного перерыва. Владелец бизнеса, или топ-менеджер, или кадровый специалист получит у себя все сразу. И индивидуальное собеседование, и внутреннее расследование, и испытание на детекторе лжи. Спринт-тест – система психологического тестирования персонала. Детали на сайте uasprinttest.com.